Мы на рынке купили малину огромную по 1,90 € за упаковку. Виноградик. Винограда у нас получилось на 8 €. Нет, на 8 € вместе с ананасиком. Да, ананас сам стоил 2,90 € и остальное это виноград. Вот. И на 6 € мандарин. То есть чуть больше килограмма. Вот такой упаковки. Красивой. Стас купил себе зеленый чай. Эта упаковка здесь 200 г на 16 €. И два вот таких пряника вот, в сравнении с ладонью. Каждый из них по 3 €. Еще мы купили, значит, вот такой вот ореховый рулет. Сыр твердый, бри с грецкими орехами. Вот такие лепешки, они сухие очень. И итальянскую салями. Все это нам вышло на 28 €. За 15 € купили такой набор меда. Значит, верхний это апельсиновый, потом с кофе, с клевером и вот с какой-то такой растение, я не знаю, что это за растение. Ну, вот этот набор 15 €. Также купили вот такую елочку. Там видео показывала ее. Соберу, покажу еще. Вот у нас с игрушечками идет. И подсвечник. Тоже поставлю, покажу, как выглядит. Подсвечник 9 €, елочка 16 €. Это вот кашки такие, я не покупаю. Молочная каша с яблочком, рисовая кашка с хлопушками и овсяная каша с бананчиком. Купила я такие кашки и купила вот такой кукурузные уточки, кукурузные уточки, кукурузно-рисовые уточки с тыковкой и морковкой. Без сахара, без соли. Био. Вот наш новый житель. Такой шкафчик с полочками. Стасик уже собрал в дополнение к нашей детской стеночке. Здесь органайзер, Кирюшка спит. И вот такой вот органайзер мы придумали под игрушки. Вот. Только что Стасик дособирал, тут еще опасно ходить. Вот так. Ну, торшер мы оттуда уберем, будет туда более плотно прилегать. И вот в такие ящики будем слаживать игрушки. Накаталась? Снегурка. Сюда привези. Пусть катается, а это вот куда. Вот куда тебе нравится, туда и вешай. Здесь снеговик был. Смотрите, какая красота. Это подсвечник, который мы купили. Я поставила туда свечку. По-моему, магия.